Всем привет! Сегодня я сделала такой небольшой обзор на три вот таких маленьких комплекта одежды. В каждом из них платье, и это из тех, которые новые, которые подходят для всех четырех типов тела кукол. Вот. Итак, сейчас я их распакую, и мы примерим на куклу и посмотрим, как они смотрятся, так же, как они пошиты. И примерять мы будем на стандарт и на пышечку. Итак, я распаковала сейчас платье, посмотрим, как они были. Это такое платье без рукавов, сплошное, материал, наверное, стандартный, в принципе. Они все выполнены из такого же, такой синтетический, трикотаж тоненький. Края обработаны, на этом платье нету заднего шва, просто липучка. Вот. Так выполнено. Такое платье, ярко-малиновое. Оно, в принципе, немного напоминает зеленое. Только у него есть задний шов и отличается обработкой низа и проймы рукава. Она не просто обмётана, как в таком, а подвернут. И еще одно платье, третье. Оно с открытой спиной. Вот. Также материал синтетический. Низ обработан, просто обмётан. И такой воротничок есть у него на липучке. И края воротничка не обработаны, что вот рассыпается он. Итак, сейчас мы начнем мерить платье на кукол. И первое платье, которое я примерю, это будет на куклу стандарта. И потом мы сравним с пышной и стандартным телом, как выглядит платье. В принципе, выглядит хорошо, легло по плечам и по линии груди, но в бедрах широковато. Вот. Настолько. Так выглядит довольно-таки симпатично. Внизу мне не нравится, вот по спине как. И сейчас мы померим это же платье на полненькую. Так выглядит она на полной. Также, так как у всех кукол четырех типов тела, линия груди и плеча не одинаковые, то, в принципе, оно и платье будет смотреться одинаково. Но в бедрах намного лучше. Платье больше подходит на такой тип тела. И сейчас следующее платье. Это очень красиво смотрится. Единственное, что мне не нравится вот в этих платьях, это то, что полочка и спинка не разных цветов. Мне кажется, намного было бы лучше, если бы было выполнено из одного материала. Так оно, не знаю, как по мне, так некрасиво смотрится, когда два цвета вот таких. Вот. Тоже довольно-таки симпатичное платье. С открытыми плечами можно сделать. И третье платье.
Через бедра я его вряд ли одену, скорее всего, не тянется с трудом, но натягивается. Да, вот это мне тоже нравится. Как выглядит, немного собирается вот на талии, не расправляется. И опять-таки повторюсь, мне кажется, намного было лучше, если платье было выполнено из одного материала, не так из двух цветов. Вот это довольно-таки симпатично. И это было такое маленькое мое видео, такой обзорчик. Всем, кому понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Пока.